На площади Ленина сотрудники ДПС останавливали машины, встречая удивленный взгляд автомобилистов. Дальше действовали волонтеры клуба «Инсайт». Они рассказывали водителям о том, как опасно употреблять психоактивные вещества и управлять транспортом в состоянии опьянения. После этого ребята вручали специальные наклейки. Так прошла акция «Трезвый взгляд». Мы просвещали водителей о том, что необходимо соблюдать здоровый образ жизни, необходимо воздержаться от употребления психоактивных веществ, потому что это влияет не только на них самих, а еще и на то, как они ведут себя за рулем, и, соответственно, на жизни людей, которые им встречаются на пути. Большинство аварий и несчастных случаев происходит по вине водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сотрудники ГИБДД каждую неделю выявляют нетрезвых водителей. Ситуация усугубляется из-за снега и гололедицы. ГИБДД призывает всех водителей не нарушать правила, ни в коем случае не управлять транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, при ухудшении погодных условий, которые сейчас мы наблюдаем, соблюдать скоростной режим, быть предельно безопасными при подъезде к пешеходным переходам. Сотрудники ГИБДД призывают у пешеходов быть внимательными и осторожными на проезжей части. Убедитесь, что машина полностью остановилась, и только тогда переходите дорогу. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.